Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами посмотрим, как собрать игольницу от волшебной страны. В предыдущем видео была уже небольшая распаковочка. Сейчас я вам покажу уже второй этап работы. Вот я вышила саму заготовку, вышивку крестиком. Это очень быстро шьется. Не знаю, за 2-3 вечера вы ее сделаете. Здесь крупная канва. Симпатичная такая, она миленькая получается. Так, что нам понадобится? Синтепон. Я немножко изменила сборку, она будет отличаться той, как в инструкции, но вы можете, конечно, делать на свое усмотрение. Значит, что нам нужно? Сначала мы вырежем синтепон. Я хотела, чтобы подушечка была максимально такая пушистая, чтобы иголки не выпадали. Такой потолще слой, то есть мы берем вот эту основу, на которой будет натягиваться вышивка, и по ее шаблону будем сейчас вырезать сами эти заготовки синтепона. Ничего я не обводила, ничего не рисовала, так на взгляд можно с запасом вырезать, потом подровнять. А здесь становится по ширине куска в один ряд вот эти все кусочки, и будут еще немножко остатки, которые можно в конце, знаете, уже на самый верх такой уже подушечкой поставить, чуть-чуть меньше, на такой пирамидкой. Ну вот смотрите, вот так вот грубо мы вырезаем. По инструкции она у вас в итоге, вся эта башня из синтепона, не должна будет вылазить за границы вот этой деревянной заготовки, чтобы она вошла в рамку. То есть вот так мы вырезаем. Он легко режется. Думаю, нет смысла здесь ничего рисовать. Аккуратно только все это вырезайте. Ну, вот это два слоя. Здесь в длину еще будет три. И потом из тех вот остатков там вплоть до 4-5, может даже 6 слоев можно сделать из таких уже кусочков на самый верх такую башенку. Она у вас будет очень пухленькая, потому что если она будет тонкая, иголки могут просто, знаете, сваливаться оттуда. Не пугайтесь, что она такая пышная. Я тут немножечко такую доработку сделала. Я просто их стянула ниткой. Потому что в конце вам надо будет эту подушку, вот эту ткань и вот эту досочку, представьте себе, натягивать вышивку и держать при этом все эти слои, чтобы они не съехали. Ну, задача такая, ну, кто справится. В общем, я решила просто их сшить ниткой очень приблизительно, чтобы они не разъезжались, просто стали тоньше вот этот слой. Вот, смотрите, как все должно быть. Вот какой слой куда. Видите, она чуть выше, чуть уже сверху, эти кусочки. Все лишнее мы подрежем, ничего там мешать не будет. Так, берем нитку, любую совершенно, вообще не имеет никакого значения, ничего там, мне кажется, и видно не будет. Ну, кто очень скрупулезно относится, можно взять нитку в цвет, конечно, белую. По-моему, ничего там не светит. У меня была черная под рукой, значит, пошла она в работу. Это Титан 100, но я не стала его использовать, потому что там надо будет натягивать потом ткань. Если нитка у вас такая скользкая, это очень тяжело. Почти шелковыми нитками, знаете, натягивать, можно и руки поцарапать. Итак, мы берем обычную нитку для шитья. Так, мы все прицелили, примерились. Желательно, конечно, чтобы не сильно у вас торчал по краям синтепон, потому что если вы сейчас стянете его, потом будете подрезать сильно много, то у вас пообрезается, конечно, и эта нитка, которая все держит. И берем обычным швом, по-моему, это через край называется. Значит, единственное, что вот узелки здесь, конечно, никак не будут ничего держать. То есть лучше нитку заправлять петелькой такой, знаете, в две и петелькой. И очень крупно, очень приблизительно просто стягиваем края. Буквально 4-5 стежков на одну сторону. Не сильно затягиваем, все-таки нам не нужно очень плоская эта подушка. Кстати, хочу сказать, не волнуйтесь, там все поместится, она даже немножечко выпадать будет из этого окошка. Я ее вплоть до того, что потом приклеивала. Но это уже потом я расскажу. Значит, сейчас мы просто собираем полностью по краю, по периметру всю эту пачку синтепона. Такую подушечку. Прицеливаемся, еще раз смотрим. Видите, торчат кусочки.
Вот это мы все подрежем, не зацепив вот эту нитку. Все будет нормально. Так, вторая у нас нитка пошла. В таком сокращенном варианте я вам покажу. Это все очень быстро делается. Ну, не знаю, за час вы, наверное, в хорошем темпе ее соберете. Там дольше будет вот этот прошиваться контур. Видите, вот эта строчка. Да, это дольше. Все. Что-нибудь как-то там закрепляем эти хвостики, можно их сюда под изнанку загнуть, ничего страшного. Лишний раз пройдитесь в конце там на одном месте пару раз этой ниткой, потому что здесь, конечно, никакие узелки ничего держать не будут, просто на одном месте пару шагов сделайте, и нитка будет держать. Как обычно на швейных машинках, когда шьют строчку туда-сюда назад, и она закрепку делает. Вот так, по такому же принципу. Сильно не затягивайте, чтобы все-таки пухлость была в вашей подушечке. Хвостики убираем, они вам в работе не мешали. Так, и нам нужно дальше такой ответственный момент. Это, собственно, натянуть вышивку и подложить между досочкой этой и вышивкой синтепон. Значит, все, что торчит, да, вот аккуратно. Какие-то особенно вот эти круглые углы, чтобы они были у вас поизящнее, их надо сделать потоньше. Чтобы сбрить вот это то, что торчит, не зацепив нитку. В инструкции немножко не так. Но результат вы видели в самом начале видео, оно получилось вполне приличное. Итак, мы ставим, значит, нашу вышивку. Тут, конечно, нужно следить центр, чтобы у вас не перекосился рисунок. То есть он квадратный, соответственно, он по рамочке должен стоять по этой досочке. Да? Что мы делаем? Как обычно, по центрам мы стягиваем. По центру стороны одной тянем по горизонтали до другой. По прямой я обычно два раза прохожусь. Так, убираем лишний синтепон. Такое дело, знаете, тяжело держать вот это вот маленький запас ткани. Надо постараться. Опять же, вдеваем нитку таким же способом, вот этой петелькой, без узелков. Закрепляемся где-то в середине. Крепко все это держим, чтобы оно не съезжало, не перекашивался наш рисунок. Вот тут делаем закрепку. Узелки, почему нет, они будут у вас выскакивать. Вы начнете тянуть ткани, но просто из крупной канвы они у вас выскочат. Лучше просто пройдитесь на одном месте, несколько стежков сделать, это будет понадежнее. Тянуть надо сильно, потому что нужно еще притянуть этот синтепон. Так, вот здесь вот можно два раза пройтись на каком-то расстоянии, чтобы оно, знаете, так в одном месте не проделывало вам дырочку. Так вот, примерно на металле смотрим. Сейчас главное его посадить ровно, чтобы он у вас сел на эту досочку, как вам надо. Закрепили, оставили в покое, и сейчас возьмем в другую сторону. А потом уже будем тщательно углы и все остальное делать. Сначала только центра. Вот сколько можете затянуть, столько тяните, столько нитка выдержала. Лучше нитку брать покрепче. Если видите, что оно съезжает, то сделайте закрепку. Вот натянули, все вам нравится, и пройдитесь на одном месте два раза. Все, видите, она не съезжает. Вы ее крутите, а нитка не уходит. Зафиксировали. Так, и вторую сторону проверяем. Вот так примерно тоже повторяем со второй стороной. В идеале, конечно, очень длинной ниткой работать, чтобы все сразу сделать. Но с ней очень сложно справляться с длинной ниткой. Не поленитесь, пару раз заправьте, но зато вы выставите так, как вам надо. И так вот, мы закрепили этот центр. Тянем сколько можем. Лучше она у вас будет выглядеть. И сейчас сюда зайдем. И здесь тоже пройдемся, наверное, пару раз.
Тут наперсток не помешает, потому что уже туго идет. Канва такая, знаете, я не знаю, она крахмальная, она довольно такая дубовенькая. Тут уже прям пальцы болели продевать иголку. Вот чем-то помогать. Так, если кусочка нитки вам не хватает дотянуться там до следующей стороны, можно взять и заняться уголками, например. Чуть-чуть их не то чтобы натянуть, а выложить, да, вот они торчат, а вам их надо немножечко завернуть, просто прикрепить, а потом только будете уже их натягивать. Да, то есть вы натянули, закрепились пару раз на одном месте, все, нитка не уходит. А, пытается выскочить. Вот кусочек остался маленький, берем просто вот эти уголки, их как бы припосаживаем сюда вовнутрь, по ним не мешали работать, вы их как бы укладываете под низ. Причем стараться надо это сделать так, чтобы у вас не был сильно толстый слой ткани. Объясню потом в конце, как это сыграет, если будет очень толсто. То есть как-то по площади их так, видите, сделать. Ну, в шитье обычно такие места даже на угол срезают, что здесь получается от 4 до 6 слоев ткани. И когда вы будете ставить на фон, у вас там будет такой зазор, то есть потоньше, потоньше, так плоско. Старайтесь как можно более плоско. Ничего страшного, вы будете тянуть, ткань подастся. Если вы захотите отдельно натягивать углы, я, кстати, по-моему, уже здесь даже не натягивала. Вам все удастся, ткань податливая, просто сами вы здесь прихватываете уголочки, чтобы они вам не мешали работать. Закрепили ниточку. Ну, собственно, да, вот это самый такой тяжелый в исполнении объем работы, потому что это прям больно пальцам, иголка очень туго идет и неудобно там ее подхватывать, знаете, так проходить под самую эту досочку. Ну ничего, все у вас получится. Так, продолжаем. Посмотрели немножечко наш парк, озеро. Так, что дальше? Дальше, собственно, вот посмотрите, как это будет выглядеть уже в готовом виде. Вы так немножечко примерьте, насколько она у вас хорошо входит в эту рамочку, не вылетает ли или вообще возможно ли это. У каждой, наверное, заготовки это будет по-разному. В моем случае она немножечко даже болталась. Вообще по инструкции она должна вдеваться сверху вниз. Но я вообще себе это смутно представляю. То есть нужно было полностью сшить нижнюю заготовку. Я решила пойти от обратного и как бы ее снизу вверх ставить. Видите, это все вот эти огрехи, углы, складки, они все уходят туда. Так, все нормально, продолжаем делать. Примерили, посмотрели. Она легко выскакивает оттуда. Я ее потом даже приклеивала на основу. Ну, сейчас поподробнее расскажу. То есть наша задача сейчас продолжить. Вот это мы сделали. Теперь нам нужны диагонали. Опять эти ушки прикрепим. И попробуем, может быть, натянуть еще по диагонали, если это будет нужно. Немножко эти углы, да, квадратные. Но когда ставишь рамку, их не видно, они как бы скрадываются. Так, закрепим уголки. Вот тут сейчас будет еще сложнее. Видите, уже все очень так плотно. И подлезть сюда иголкой достаточно сложно.
Иголка должна быть такая крепкая, может быть даже подлиннее чуть-чуть, чем обычная вышивальная. Тоже петельку берем. Так, вот уже у нас тут длинная нитка, можем себе позволить ее натягивать по диагонали. Конечно, любое количество раз вы можете идти вот так еще раз по центру, еще раз по диагонали, пока не получится то, что вам нужно. Там какая-нибудь идеальная натяжка, как вы это себе видите. Ну, по-моему, здесь даже сильно и не нужно. По два прохода по каждой стороне и достаточно. Здесь не такая большая эта работа. Больше надо, да, уделить внимание, вот, чтобы ткань здесь не была очень толстая, знаете, так накомкана. Как-то ее слоями выложить поровнее. Вообще очень миленькая вещица, вот она у меня на столе стоит, прям радуется глаз. Небольшая и очень такая уютная за счет вот этой дерева или под кожу с этим строчками. Здоровско. Так, тянем углы. Вот она немножечко топорщится здесь край, то есть под самый край не подхватывайте ткань, чуть-чуть отойдите от края, потому что когда вы потянете, она просто выскочит. Ну, здесь уже максимально все надо постягивать. Все, сколько вы куда сможете подлезть, сколько у вас хватит сил, так будет лучше. Значит, следующий этап, сразу вперед заходя, скажу. Я просто налила ПВА клей, но этот кусочек видео у меня куда-то потерялся. Я вам на словах объясню, что когда я его ставила на фон, просто под низ налила ПВА, ну не так, чтобы он у вас по краям вылезал, и хорошенько придавила. Почему? Потому что если просто его, как они говорят, ставить и так оставить, он будет выскакивать, просто будет выпадать. И когда я начала вот здесь, вот видите, вот это обшивать, я там даже немножко прикрепляла ниткой, значит, начинала с внутреннего круга. Вот эту деталь откладываем и просто начинаем сшивать. Нам нужно вот эта заготовка, как, ну это не кожаная она, конечно, под имитация такая, вот эти две детали нужно сшить, но только внутренний круг, внешний у нас будет держать и вот ту, видите, задник, то есть внешний мы не трогаем, сшиваем только внутренний. Причем смотрите, вот эти строчки, их можно делать двумя способами. Значит, как я делала, тот, который внутренний круг, я шила, по-моему, этот шов вперед иголкой, то есть я за один проход его сделала. То есть вы как бы вот вдеваете, видите, сейчас покажу, никаких узелков, петелек тут нет, как бы в две, но сама строчка у вас в одну должна выйти. Оставляете просто хвостик, вот вы прошли стежок вперед в первую вот эту дырочку, потом вы с изнанки заходите как бы на одну вперед, выводите наружу иголку, вот видите, в следующую, все по порядку. И здесь вы как бы делаете шаг назад. Вот так. По-моему, шов вперед иголку назвали. Шов назад иголку, они там чем-то похожи. Все. И у вас получается как машинная строчка. И так вы идете снизу на одну вперед, а с лица у вас как на одну назад вы уходите. А вот. Почему здесь так? Я что сначала не обратила внимания, что в инструкции вообще-то за два прохода делается. То есть вы идете через одну весь круг, а потом вторым кругом закрываете через одну. И тоже у вас получится такая штопка. Видите, вы как назад идете. Почему это можно во внутреннем круге? Потому что изнанка будет вся у вас закрываться. А в наружный круг у вас строчка останется с лица. Поэтому там как раз лучше использовать вот этот два прохода круг и круг. Вот, сейчас покажу все по порядку. И вот так вы дальше идете, весь круг, это достаточно долго. Сейчас мы немножечко ускорим этот процесс.
Так вы шьете, шьете тоже. Здесь надо вот это ловить, эти совпадения. Ну, вроде там все точно. Вот мы прошили с вами почти половину. Вот этот хвостик прячется. Вот я вам покажу, как это будет в итоге. Но за счет той толщины ткани, видите, там такой зазор. И вот если сейчас вот мы сильно придавим, она у нас выпадет, эта подушка, представляете? Просто выскочит полностью. Вот настолько она там болтается. То, что я вам и говорила. Поэтому ее нужно садить на клей очень аккуратно, чтобы он нигде не вылез. Так, все мы проверили. Надо будет все стягивать очень сильно и приклеивать подушку. Но все получится, она держится. Ну, просто сделать это обязательно, иначе она у вас будет выпадать, и ну, ничего приятного нет. Подушка с иголками, которая выпадает. Вот, видите, какие зазоры. Оп. То есть я не видела в инструкции, чтобы ее приклеивать нужно было. Так, весь процесс вот этого шитья здесь ускоренный. Несколько раз я, по-моему, нитку заправляла, по-моему, два раза. Ну ничего страшного, просто все хвостики спрячете, видите, но выглядит как будто одной ниткой шито и ничего не видно. Вот, и вот этот вот здесь хвостик можно прям зацепить за эту подушку. Я прям шила вместе с ней, чтобы еще раз как бы закрепить ее там, всякий случай. Все хвостики у нас уйдут. Вот ответственный момент. Вот здесь, когда будет вставать эта деталь, между ними нужно будет обязательно проклеить. Это еще здесь раз показано, как шить. Ну и, собственно, наружный контур я уже показывать не буду. Все, в общем-то, понятно. Просто его желательно шить по инструкции, потому что у вас видна будет строчка. Вот то место, где строчка будет видна на изнанке. Поэтому, чтобы не было вот такой некрасивой строчки, как на внутреннем круге вы видели, а такая же, как с лица, такая же, как будет и с изнанки, для этого надо пройтись два раза. То есть через одну вы просто идете вперед, и потом вы возвращаетесь и идете опять через одну уже в промежутке. Видите, как здесь вот видно.